Всем добрый день! Я рада приветствовать вас на своем канале. И сегодня мне хочется обратиться к тем девочкам-видеоблогерам, которые уделяют много внимания макияжу и нанесению различных основ на лицо. Хорошо, когда лицо молодое, еще выдерживает все, так скажем, и вот эти всякие вот маски и все прочее. Но вот решила я сделать такой видеозапросик, чтобы посмотреть, как можно нанести макияж, используя наименьшее количество различных кремов, основ и всего там, чего наносят. Вот у меня, допустим, лицо действительно не выносит, когда вот на нем там сантиметр, грубо так скажем, различной косметики. Вот, пожалуйста, посоветуйте, как нанести макияж без вреда для своего лица, для своего, так скажем, для своей внешности, так как вот, когда уже организм испытывает какие-то физиологические изменения уже возрастные, и макияжа можно испортить просто лицо, просто вот вообще то, как хочется выглядеть. Вот бывало у меня просто у самой, когда нанесешь там консилер там или что-то, и так еще больше становится заметно, что вот морщины какие они, и как будто тебе еще прибавлено несколько, так скажем, лет. Вот. И с этой целью, чтобы узнать, как краситься женщинам за, так скажем, несколько повышенный возраст, как можно нанести правильный макияж, но не слишком. Не слишком, чтобы вот было нанесено много посторонней, так скажем, косметики. Очень буду рада, если вы дадите мне какой-то действенный ответ, который я могу использовать. И не только я, кстати, думаю, что многие бы женщины хотели увидеть такое видео, так как действительно на Ютубе очень много вот молодые девчонки наносят. Ради бога, только вот не так. Не выдерживает кожа, не выдерживает. Тем более, если ее вот этого всего наносить так много, то если из молодости, вот я ничего не наносила, и то я выгляжу вот как. А если бы я наносила еще с молодости всяко-разно, то я бы вообще не знаю, я бы, наверное, уже бабушкой была, какой-то такой сморщенной весь всей. И поэтому, именно поэтому хочется мне сберечь свою внешность, свою кожу в надлежащем состоянии как можно дольше. Спасибо за внимание. Рада буду, если вы отзоветесь и снимете как бы в ответ, скажем, видео. До свидания. Вы самые лучшие, вы самые красивые. И мне очень хочется, чтобы все ухаживали за собой и за своей внешностью и берегли себя.
До свидания.